Криптовалютные грабежи. Новая тревожная тенденция. В Оттаве, Канада, трое вооруженных грабителей ворвались в офис биткоин-обменника, связали четверых сотрудников, одного ударили пистолетом по голове, а пятый сотрудник из другого помещения успел вызвать полицию, сообщает CoinFox. Один из нападавших был арестован. Полиция разыскивает остальных. Грабители пытались принудить сотрудников обменника к совершению сделки, сообщил полицейский. В прошлом году житель Нью-Йорка Луис Мейза похитил криптовалюту Эфириум почти на 2 миллиона долларов. В другом инциденте в Украине был похищен руководитель британской криптовалютной биржи, который был позднее отпущен за выкуп в более чем 2 миллиона долларов в биткоинах.